Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем здорово. Мы тут немного подумали, обмозговали, почему такая херня происходит. И есть предположение... А чё ты улыбаешься? Ты как-то подло улыбаешься, как будто что-то вынюхал. Око у нас вверх летит. В принципе... Логично, если он на самом деле где-то вверху. Кроме того, Википедия говорит, что он на глубине... О, стоп, секунду, извиняюсь. А я ж этот упал же песок, помните, сверху? Угу. Там же должна же какая-то ямка образоваться. Это образовалась. А где она? А, вот она. Блин, а что это такое? То есть, как бы, по идее, оно должно быть где-то вот в этом месте. И надо рыть вот вниз. Ну, сначала от песочка, ой, от песочка, от водички. Да. Вот, допустим, вот тут кинь. Сейчас надо кидать. Надо заложить, сделать поверхность тут. Угу, давайте. У нас тут дело осложнилось тем, что у нас вода. Если была ровная поверхность, нам было бы проще изначально его определить. Да иди кури, бамбук. Опять ушел, где опять увидеть. Ох ты, ничего себе, что-то было. Скелетон. Ох, давай. Блин, у меня брони почти нет, вот это же. Сейчас я ему. На! В ответку, да, такой? Пусть он подойдет поближе, я его мечом рубану. На! Да не надо его в воде толкать. На! Ё-моё. Ты бы знал, что я опасный человек. Там еще кто-то стреляет. Ёпта. Ох ты, что это такое? Знал, что я опасный человек. Там еще кто-то стреляет. Ёпта. Ох ты, что это такое? Что это такое было? У меня что-то маленькое набросилось. Это на меня тоже? Из-под земли как-то. Укусила и залезла обратно. Мелкий вон. Где? Я не вижу, где он. Вот он. Твою мать. Где? Не вижу, где он. Вот он. Твою мать. Верхом на курице он был. Блин. Надо лук достать. Ух ты. Не завалил меня, сволочь. Не понял, а куда мой лук делся? Ну что, бросай. Что-то херня какая-то. Мой лук на силу 4 куда-то исчез. Забудь его, забудь. Пройдет любовь, так. Значит, забудь. Так, а с какой стороны нету. А, все нормально. Да. Надо еще сейчас. Тут, сейчас еще тут. Копнуть, точнее, не копнуть. Ой, ё-моё. Очень странно, как это так? Как у меня мог лук исчезнуть? Он сломался. Не, он не сломался. У него было. 80% прочности. Это читерсы такие, эти лучники. Ого, сколько тут спрутов. Так, ну все, можем уже... Давай. Это сюда должно упасть. А где он? Что это? Он спрут напал на него, он видит на башке спрут. Семнадцать мешочков с чернилами. Ну давайте. Там еще что валяется. Давайте, let's go. Сейчас. Антоха, зачем ты все там закладываешь? Куда мой лук делся? Откуда я знаю? У меня, кстати, запасной, по-моему, есть. Да, херово. Опа-на, у меня твой лук
Сила 4? Да. Да, у меня. Ага, вот кто увел лук. Вообще странно, как он... А что он тогда выпал? Стырил. Ну да, может быть, он как-то выпал, но что-то непонятно. Знаете, пока этот там... Кидай. А это твой, вот. Глаз кидай. Ты глаз кидаешь, нет? Сила 1? Ну ладно, сейчас глаз проверим. Так. Я вот отсюда, наверное, кину. Давай. Что за херь вообще? Вот сюда и пошли копать. А он пропал? Да он вообще куда-то исчез. Так, ну раз он на глубине 10-15, то нам глубоко копать не надо, нам просто надо тут карьер такой вырыть. Ой, блин. Дырки, дырка, дырка. Что ж ты будешь делать? Сейчас все, заделали дырку. Опять дырка, все, заделали. Заделали, заделали, не беспокойся. Дыши, дыши. Дыши ровно. Так, она вот тут, да? Так дырку заделала. Да слушай, это не смешно. Твою мать. Да тут постоянно течь образовывается. Ого, все, тут уже все, хана. Что там? Аккуратно, тут уже можно полететь вниз. Нет, ой, 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 что-то нет, не нет, так. Все, здесь просто нет ее. Да нет, такого быть не может. Хотя нет, теоретически может. Если, например, рамку портала разрушить, но это можно только в творческом режиме, то тогда око все равно будет указывать на это место. Но могло ли такое быть при генерации мира? Хрен его знает. Блин, вода. Задрайно. Нам просто надо здесь все раскопать глубиной в 15 блоков. Нет, внизу это уже то, что мы где были. Все, мы тут уже везде были. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. Еще на 10 вниз. Да, конечно, 10 блоков вниз это немало. А кирки есть у кого-то? Да. Да. Притом преимущественно вот в эту сторону надо раскапывать. Ближе к воде, типа? Да. Возможно, даже куда-то под воду. Не, нифига нету. Тоха, не надо там столбики ставить. Ну, лучше с другой стороны вырой. Лестничку. Нету здесь нету этого. Все. А нет. Та-да. 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 Так. Надо вот этот участок реки заложить. Выроем котлован. Ё-моё, да что ж такое? И кинем еще раз око, и тогда уже будет виднее, куда оно полетит. Просто я сейчас вернусь на тот столбик. И будешь вверх долбать? Да. А вот оно наверх идет. Оно же сейчас вот оно. Вот, видите, земля упала. Вот. Этот столбик? Да. Где он, кстати? Вот он, столбик. Все, это кидалово. Нету здесь ничего. Это кидалово. А, ну, так оно не совсем сюда, оно куда-то сюда ушло. Вот эту часть надо еще чуть разрыть. Раз, два, ну, где-то. Кинь еще раз увидим, давай. 5, 6. Ну, дело в том, что у нас одно око осталось. Да плевать. Поэтому надо разрыть получше. Куда получше? Там внизу мы все вырыли уже. Так нам не вниз надо, нам чуть-чуть в эту сторону.
Мой столбик не врет. А ну тихо. Что, булькает? Не булькает ничего. Лавы нету, все. Лава, сейчас вода страшнее, чем лава. Жаль, динамита нет. Да все, тут проехали. Это один случай на миллион, когда в крепости нет портала. Оп, стоп, не понял. Звук отсюда идет. Очень Ой. Серьезный звук. Сейчас я задраю течь. Блин, а чтоб тебя, ай, на. Какой звук? Вот отсюда звук. Это ты поставил камень замшелый? Да, да. Отсюда звук, 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 звук. Звук, я слышал, это звук изнутри был. Он влёк туда, он туда, что там что-то есть. Да это просто пещера. Там что-то есть. Нет, 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 нет. Это серьезно. Это все, это серьезно. Он манил, да. Там что-то есть. Нет, там походу ничего нету. Сейчас мы это выясним. Блин, да что такое? Ёперный. Блин, да что такое? Антоха, спустись, собери все Димона вещи. Ну что забито? А, ну скинь там в сундук. Сундук. У тебя забит. Дровишки есть? Есть дровишки? Да. Тогда сделай сундук еще один, быстрее, пока не исчезло. А ты, Димон... Куда-то туда. А ты, Димон, захвати с собой динамита. Поздно уже, я уже на территории. На какой территории? Отчуждение. Да, блин, динамит надо захватить. Да уже поздно. И... Он прибежит и заберешься все вещи. Кстати, я не знаю, куда бежать. Блин. Да, ё-моё, там... Все, я заблудился. Там просто бежать. Просто бежать, а куда? Налево или направо от дома? Ну ты ж помнишь, как мы бежали. В я сторону не запоминал. Бункера. Там мимо наших копалин, ну туда. Ну так налево или направо? Налево мы бежали? Ну вдоль горы той. Там потом мостик. Ну после через... бункера направо мы побежали? Так, налево. Ну, значит все налево. Прямо, хорошо. Чуть-чуть налево. Все. А у кого глаз был? У тебя, Антоха? Да. Не. Ни хрена себе. Что там? Тут алмазы валяются. Алмазы? Какие же нахрен алмазы? У меня не было алмазов. Что утечет отсюда? Собрал все? Нет. Хоть опустил воду, вашу мать. Да тут постоянно течь образовывается. Ну все смыло куда-то все в трубу, все это. Все вещи. Нельзя потерпеть, блин. Теперь оно по всем этим самым, по всем пещерам, все добро по всем пещерам размыло. Вместе с алмазами. Ну да. Че ты ржешь? Ну ему нравится. Ему это не нравится. Ну главное, алмазы ты взял? Конечно. 25 штук было. Сколько? 25. Откуда они у меня? Да я шучу, че вы паритесь. Все. Ты прибежал, что ли? Эти 4 серии зря. Коту под хвост. Ой, сколько ж моего времени было потрачено, ё-моё. Антоха, ты сундук склепал? Нет. Так склепай. Я расстроен, чтобы что-то делать. Быстрее надо вещи собирать, пока они не исчезли. Какая ты фифочка. Блин, мы вообще были в пустыне, да, или как мы были? Где мы были? Да, в пустыне. А, значит, она все нормально, я вижу. Сейчас я от голода сдохну. Сейчас я яйцом убью овечку, съем ее. А
как делается сундук? Везде дрова, посредине пусто. Именно дрова или... Доски. Доски, да. Давай поторопись, а то там Димона вещи исчезают. Нет, только не мой алмазный меч. У тебя был алмазный меч? Да, там было много алмазных вещей. Нет, нет. Не дай мне, Антоха, дрова, я быстро сделаю. Только не алмазные вещи. Все пропало. Ой. Ой, все пропало. Давай, Антоха, поднажми. Антоха, подожми. Все, держи. Все пропало, все пропало. Бана. Все пропало. Все пропало. Все пропало зря. Зря все пропало. О, свинья. Ты выж вот мою еду. Броня, тут что-то еще. Антоха, вот сюда запрыгни. Подожди, тут смыло все в мой склад. Оно в лунке там лежит. Нашел? Да, ну тут только булыжники были и все. А ты не в той лунке смотрел. Что у тебя было вообще, Димон? У меня был алмаз, у меня было много алмаза. А дров у тебя много, Антоха? 4. Блин, курица тут где-то. Перья, это нахрен все выкинуть надо. Ого! Лошади? Да, там были лошади, они с другой стороны горы. Правой. Тебе на противоположную надо перейти. Уже темно. Я голый. Нет. Ого. Ты хоть броню какую-то взял с собой? Нет. Еще лошади. Все, я не вижу смысла теперь в этой игре. Мне тут нужен маяк. Сейчас будет маяк. У кого око? Око. Сейчас вылезем, будет и маяк. И. Ого, тут ночь. Он по ночи, шастает. О, я вижу, где вы. Я нашел вас. Я бегу. Уйди от моей голой попы. Уйди. Не трогай меня. Не трогай. У тебя там жизни много? Не трогай мою голую попу. Еда. Еда и вода. Мне нужна еда и вода. Еда и вода. Еда, дай еду. Держи. Еду и воду. Еду вон, и да, воду. Да. Дай, еда. Дай. Вон, давай. Господи, панику. А вон тебе вода. Еду, мне надо еще. Еда и вода. Еда и вода. Ого. Ох, нет. Ну, скриперов заманить туда в дыру, пусть они там все разнесут. Я голый. На, на. Мне надо еда. Мне надо твои гости. Мне надо еда. Еда, Димон, и твои кости. Иди сюда, давай. А, еда и твои кости. А, меня стреляли, мы в жопу стреляли. О, и молоко. Зачем мне дали молоко? Мне надо еда и вода. Да, блин, я тебе дал воду. Ты это пристал к нам. Где око? Иди бери по яичкам, там пошибурши, там должна быть и бронька, и оружие, и хавчик. По яичкам? По ящичкам пошебурши. Нет. Блин. Так, надо из этой ямы. А как деинсталлировать Майнкрафт? Кто знает? Я тебе скажу. У кого око? Все, всем пока. Да? Ты ну догонил. Так это кидалово и скидал вообще. Да. Кого око? Прикинь, Антошка, я тебе говорю, что нельзя играть в эту игру.
Я тебе говорил когда-то, а ты говоришь, нет, нет, она крутая, я тебе говорю, да-да, она говно, понял? У кого око? Да нет у меня око. Да было же еще у кого-то око. Ну, значит, Антона. Было око, да все кончилось. Вот так вот, все правильно ты говоришь. Куда он делось? Я его тоже пустил, чтобы увидеть. Слышишь, а мечи где мои? Где мое все? Исчезло. Да ее там водой посмывало. Ну так кто это виноват? Ай, блин. Где ты око пускал? На поверхность. Три раза пустил, оно исчезло. Блин, нахрена. Шло в землю. Там пустил. На каком месте оно в землю ушло? Там же где у тебя. Надо было в этой яме пустить. Я знаю, что он тоже врет. Я чувствую, мой лук не врет. У него тетива натягивается, когда люди врут. О, кстати, кидал он три раза, будет он тут рассказывать. Давай, кидай его в этой яме. Еду давайте, где моя еда? Мне нужна еда, 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 еда. О, вот она, еда. И меч твой железный. И меч мой железный. Меч мой, меч. И паучий глаз. Это не мой. Да мне надо луки. А, лук. Вот он лук. Мне надо стрелы. Тю, откуда у меня еще один лук? Это же мой. Там сила 2, сила... стрелы, стрелы, мне нужны стрелы. Стрелы, ага, да, есть стрелы. Давай, 40 штук, пожалуйста. Че, гонишь, что ли? Да у меня всего там было. Ой, штук 30. Маленький монстр. Но я не хочу, умирать. Там еще один бежит. Ты смотри, откуда здесь столько мелких? Блин, ты что, в тебя попал? Не? А, то вроде нет. Антон, дай стрелы. Антон. Где там, у кого око? Стоп, секунду. Ты если будешь бросать, снизу бросай. Давай, как ты поставил. Все, я бросаю. Погоди, сейчас Димон будет смотреть. Да, я смотрю. Давай. Давай, пли. Блин, твари. Они хотели обмануть меня. А ты в какую сторону его бросил? Туда. Ну, сюда полетело. Да это огонь. Все, я разочаровался в этой игре. Тоже. Ой. Да, конечно. Вот оно аж где упало. Ой, там где... Подожди. Да блин, да что ж такое? Опять куда-то упал. Да дверь тут бешеная. Ну все, нет смысла уже кидать его. Да, оно сюда и упало. Да. Давай последний раз кину тут прям. Не-не-не, погоди. Стой. Его где-то здесь надо кинуть. Подожди. Так оно вот сюда на лестнице что-то валялось. Ну, то что валялось, ты же видел, оно чуть ниже полетело. Тогда оно выше летело. Да стоять, так, отставить. Высота где-то... Отставить. Твою мать. Что такое? Ты упал? Ты живой? Да, одно сердце осталось. Ой, ой, я гнилую, я что-то съел, у меня зеленое все, я сейчас сам помру. Я сейчас умру. Мне еда надо, срочно еда. Мне нужна еда. Так. Хотя ты хера там еды было. Да сейчас съелось. Я ж долго бежал. Антон, выходи. Ну, я здесь. Ты не понял, закрыл, выходи. А, ну да, я же так и подумал. Блин, так это надо кинуть где... Да, на уровне, где Костя стоит. Да, на уровне с порталом, потому что так... Оно не туда показывает. Короче, так это подстава. Короче, это все фигня. Ну, мне не кажется, что... Нас злостно обманули.
Так, а ну-ка. Надо посчитать высоту. Какая здесь глубина? 15 блоков будет? Ты рой еще тут. Вот тут рой. Под тобой же пропасть, Костя, аккуратно. Да, кстати. Если ты упадешь, то... Джибжет за своими вещами сам. Вообще, ты чуть-чуть неправильно делаешь. Еще надо правее рыть. Сейчас, блин, сколько у меня всякого хлама. Вот смотри, вот туда надо рыть. Ну что, не увидел? Ага. Вот сюда? Да. Плохо, что ты динамит не взял. Я не мог. Куда бы его в карман? У меня карманов нет. Куда мне его положить? В руках ящик нести. Антон, хватит писать в этот чат скайпа. Антон, я все знаю. Ты ошибся? Нет. Странно, тут какие-то блоки. Ё-моё! Это кто-то из нас ставил здесь блоки. Какие? Стены. О, я свой лук нашел. Ого. Где ты его нашел? Внизу. Еще третий свой лук. Ёпта, зачем тебе три лука? А потому что они все развалены. Тут какая-то непонятная вообще пустота. Антон, давай поиграем в Святого Исаака. Нет. После разочарования в Майнкрафте. Полное разочарование, причем. Подожди, а этот Day... Кстати, DayZ бы надо бы. У нас там Payday 2 ждет. Кого у нас? С Антохой. А меня что ждет? Ну, не знаю. Что там, Hearts of Iron? Кстати, да, Антон. Короче, мы сейчас будем играть в Hearts of Iron. Вы, кстати, лучше б не стояли и не смотрели. Мы пока скажем тебе, что делать. О, кого это убивают? Блин, инструмент мощный нужен. Бетономешалку подарить? Да нет, тут бетонодробилка нужна. Антон. Что? Что там пишут? Я пока не вижу. Сейчас. А что ты ищешь? Больно, так это какой-то бах. Да, кстати, написано, что бах. Где написано? Ну, вот я, ну, я не могу найти там бла-бла-бла. И, короче, и так далее, и подобное. Баги. 50%, кстати. 50 на 50. 50% багов? Нет, 50% то, что найдется этот, как я, портал. Да, Антон, ты нашел это или нет? Что-что? А, ты опять ничего не слышал. Я занят вообще-то. Я занят обычно. Я вообще-то, занят. Сейчас я тебе бахну. Что ты кидаешь? Блин, у меня кирок нет. У кого там кирки есть? Иди ко мне. Ёпта. Вот одна. Видишь, да? Да, блин. Взял? Да, взял.
Ну все, кидай. Кто-то кинул его? Нет, я тебе говорю, кидать его надо. Ну давай, кидай. А у меня что, она есть? Только ты подойди сюда, чтобы ты видел, куда она полетит. Подожди, а куда надо? Что, надо наверх идти? В эту сторону надо кидать. Антоха. Да, вот здесь. Кидай прямо в меня. Я не вижу, я не вижу. Нет, нет, стоять. Нет, отставить. Оставить. Иди на место кости. А я с этой стороны буду стрелять. Подожди, как туда зайти? Не, Антоха пусть там, где ты стоит, кидает в мою сторону. Так, Антоха, не слушай его. Как зайти? Вот сюда прыгай. Антоха, ты... Вот сюда прыгай, да, вот сюда прыгай. Смотри, Антоха, смотри. Я такую штуку сделал. Оп. Вот смотри, надо вот так вот, смотри, загнаться, вот так вот ищить. Ай, пропасть. Блин, говно. Нет, только не делай так, что ты делаешь, не делай. Не делай. Оп, отсюда оп, его оп. Не стоит кидать. Ну ладно, раз, давай. Раз. Два. Стой, отставить, отставить. Подожди. Отставить, бросай с места. Ёпта. Он что, кинул? Не? Или бросай, он кинулся? Он кинулся. Где... Вот, ко мне иди, я сделал такую штуку. Димон стоит в мою нет, сторону. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Он все правильно делает. Опять он же там. Ну ладно. Подержать как конь. 3, 2, 1. Тварь. Что значит? Тут нету ничего. Тут нету. Вон он упал. Тут нету ничего. Да, похоже. По всем законам жанра он был должен быть в этом месте, но его нет. Похоже на то. На что если? Так. Подожди, один был в районе. Иди сейчас Костя. Вот тут. Против него. Смотри. Вот, смотри, 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 смотри. Да что ж ты делаешь, крест? Не делай крест. Не... Сейчас я его еще раз кидаю, смотрите. Да. Да. Ну. Вот он здесь должен быть. И что? Я тут что-то вижу, я тут ничего не вижу. Возможно, мы немножко ослепли. Сейчас мы здесь площадку сделаем. А ну погоди. И смысл. О, кореш пришел. Так, вот, вот в этом месте его брось. Блин, у меня нету никаких строительных материалов. А ну проделайте здесь. Ну все понятно, ё-моё, все, пошли. Да погоди, погоди. У нас еще есть возможность его кинуть. И. Дайте мне материал какой-то. Да мне, по-моему, ничего. А, вот чуть-чуть. Прихлопни ее там чем-то. Ну. Сейчас. Да, кидай. Чпок из рота твоего, ты прыгаешь как будто мне. А че не берется? И. Че за хрень, а че не берется? Не знаю. Наверное, потому что оно. На самом деле не тут, а вниз летит. Блин. А не взялось, отлично. Так, хорошо. Вот на месте, где Димон стоит, кидай. Или. Или даже не на месте, где Димон, вот, вот здесь кин. Димон, ты кидай на месте, где Димон стоит. Вот на моем месте кидай его. И. Я кидаю туда? В мою сторону. А какая вантушка кину? Ну давай вантушку. Че за х. Ну все, пошли, давайте, тут портал, поехали. Да, все. Это точно баг. Портал должен был быть в этом месте. А где есть глаз? Все? Глаз ты подобрал, по-моему. Он не разрушился. Ого. Ты рад использовал. У тебя он? Да. Ну все, значит, с этим мы... С этой крепостью мы покончили. Да, всем пока. Да, спасибо, что смотрели нас. Да, если смотрите. Таким способом... Таким способом не набрать золото. Крепость... Не... Какие из этого выводы? Таким способом крепость не стоит искать. Если во время хождения по коридорам крепости не найден портал, значит его там нет. И это бах. Он... Нет, а лучше делайте так. Вы идете по улице, кидаете, вот он упал к земле, припал, зашел там в земельку, копаете вниз. Ну, видишь, мы ж так и делали. Да мы как-то неправильно не делали. Упал он в земельку, мы копали. Да это сейчас в земельку упал. Так,
то и тогда тот... он... Нет, а тогда он в гору бахнулся, помнишь? Ну, то в самом начале. Ну вот. Ну, мы в это, в крепость-то так, зашли. Ну, мы зашли, но... А если мы сейчас там глаз кинем? Ты же помнишь, глаз уходил в эту сторону, и глаз уходил в ту сторону? Ну, не совсем так. Совсем так. Ты будешь еще самоспорить? Короче, находиться портал должен, по идее, относительно просто. Если он не был найден во время хождения по крепости, значит, его там нет. Вот это, конечно, херово. Это очень херово. Нам придется искать другую крепость теперь. Это и нам... что, мы не увидим большого дракона? Это нам придется куда-то далеко отходить и там бросать око для того, чтобы око показало на ту крепость, а не на эту. Всем спасибо, всем пока. Да, эту серию мы завершаем. Она, кстати, наверное, довольно долгая получилась. Да. Не знаю, часть может быть вырезана. Где тут выход? Конечно, интересного мало чего в этой серии. И в предыдущих нескольких. Посмотрим, что-то там. Может, уберется, что-то нет. Да что вода, не хочу воду. Но общий вывод тут есть. Надо убирать воду. В порталах, то есть в крепостях, все-таки порталы не всегда есть. Да, херовый бах. Ну что ж, всем спасибо, что смотрите, и до встречи в следующей серии. Всем пока. Всем пока.